So, South Coast, my game. We lost. Ну, мы проиграли. Чего не хватило для победы? So, some points that we don't have for win today. We're gonna win next game. I don't focus on this game anymore. Нам надо выиграть следующую игру, я не хочу концентрироваться больше на этом матче. Всего 13 бросков в створ от нашей команды за всю игру. С чем это связывает? We have only 13 shots on goal tonight. How can you explain it? That's bad. But they play a tight game. Play boring and tight, so we have need to get the first goal if we win. Ну, была упорная игра, и она даже была, наверное, скучная и упорная. Надо нам было первыми забить в этом матче. Вопрос, коллеги. Что поменять нужно? What should we change to win the next game? Score. We need to get the first goal. Otherwise, they are sit back and waiting for us. So hopefully, can score an early goal, and we need to score in power play as well. Power play is the key point, and we need to get the first goal. But otherwise, they are sitting back and waiting for us. Надо, естественно, забить и стараться забить первыми, стараться забить в начале матча, чтобы не проводить весь матч, отыгрываясь. Ну и ключевое, это надо забить в большинстве. Надо забить. Со стороны показалось, что вот Акбарс уже как-то нашел противодействие против игры в большинстве. Передача Умарка на Капризова, на Пятак. Может быть, что-то стоит поменять? Акбарс... play well against our power play when you pass in from behind the net. So maybe we should change some power play tactics strategy. Are you the coach? No. Then we're not going to change. Ну, раз вы не тренер, тогда, наверное, мы и не будем разговаривать. Что он думает о истории с Захарчуком, который очень жестоко сыграл против нашего игрока, не получил матч штраф, вышел и опять жестоко сыграл против Мерка. So what do you think about Захарчук, who played twice very cruel against our players and don't hit? What, who? Number 7 from Акбарс. He played... Что он дисквалификацию не получил. And he didn't suspend after that game. I'm not the league. I have no thoughts about that. League take care of that. Ну, я не лига. Они принимают решения, они об этом заботятся. Я не могу ничего сделать. Как играется с Михаилом Воробьевым в одном месте? Сегодня мало моментов было совсем. How do you like to play with Misha Voробьев in your line? You have not a lot of chance to score. It's not wrong. Misha is playing well. It's like I said, it's hard to play. They're just sitting back and waiting for us. It's hard to go to the net. So we need to get the first goal. See you last game, then it open up, they need to go forward, so that's what we need. Ну, дело тут не в Мише Воробьеве, он нормально, хорошо играет, но вот опять же все дело в том, что у нас не получается забить первыми, мы очень много проводим времени, пытаясь отыграться, вместо того, чтобы вести в счете, ну и вот от этого много возникает проблем. С чем связано поражение с Латвией на последних секундах, уже второе? So that is second loss at last seconds of a game. So how can you explain? No, it's bad, but and we can't do anything about it right now. Like we have to think forward next game. You have to learn from your mistake and not do it again. Ну, это плохо, конечно, но мы сейчас уже ничего не можем с этим сделать. Нам надо выучить этот урок и перенести его на следующий матч, там не допускать таких ошибок.